Всем привет! С вами Просвет ТВ и ведущая Оксана Баркане. Сегодня центром притяжения всех крымчан стала долина Красных пещер. А почему? Да потому что сегодня самое громкое и масштабное событие этого лета – фестиваль еды и зрелищ «Фирфест». Что же подготовлено на этой большой, огромной площадке, нам осталось только посмотреть и попробовать эту изысканную кухню. Сегодня на Перфесте уже образовались целые очереди, потому что все хотят попробовать самую вкусную и уникальную еду. Расскажите, девушки, что сегодня готовите для всех-всех на Перфесте? Готовим сэндвичи, бургеры очень вкусные, картошка фри у нас есть. А что является вашей фишкой? Нашей фишкой является все-таки сэндвичи. Мы представляем продукцию торговой марки «Дистанс здоровья», которая производит биомороженое, содержит в составе которого бифидолактобактерии. Для чего нам это нужно? Чтобы оздоровиться, чтобы укрепить свой иммунитет, чтобы закрепить здоровье. Ну, а что расскажите готовить? Мы сегодня готовим яблочный пирог за 10 минут. Хлеб картофельный готовим сегодня с маргарином «Щедрое лето». Готовим ставриду на хоспере. И у нас еще сегодня сэндвичи. Амбар 9. Расскажите, что сегодня за такие зеленые яркие напитки на Перфесте? Все у нас фантастические лимонады сделаны на основе наших сиропов. У нас есть яблоко, мята, персик, маракуйя, апельсин, абрикос. Можно делать такие смеси, которые в обычной жизни редко встречаются, и полностью натуральная основа. Подготовили на самом деле очень много интересного. То есть девчонки у нас сейчас мехендисты рисуют, творят, так сказать. Мы плетем косы с лентами. Это не просто косички, это творческое, настоящее рождение. А девочки у нас пошили платье специально, одно из них на меня. У нас, в общем, все очень вкусно. А главное, что мы всегда готовим из натуральных продуктов. Очень мы вкусно. Всегда в этом очень делаем акцент. Вкусно. У нас большой вариант мангал-меню, паэлья, мидии безумно вкусные, антрикоты, ребра, а лимонадики, лед. У нас полное. Много льда. У нас много-много льда. Поэтому все за прохладительными напитками к нам. Мы сегодня решили поучаствовать таким методом. Мы учим деток кататься, выдаем сертификаты о окончании школы гироскутеров от сети магазинов электроники «Джингл». Ну и также есть возможность купить это чудо-устройство по очень выгодной и классной цене. Скажите, как настроение? Отлично, арбузное. Арбузное, уже все площадки обошли, посмотрели? Только пришли, собираемся. А вот что вот сегодня вот вас привело? Вот что вы ожидаете от этого мероприятия? Хорошая реклама нас привела. А, то есть реклама по всему городу, по всему Крыму. Ну, ребят, ну хорошее настроение, вкусного арбуза и зажигайте на Перфесте. В первую очередь мы сегодня дарим счастливые билеты в «Автодель Сервис». Даем 3 услуги на выбор клиенту. Владельцам любых автомобилей приглашаем на СТО, собственно. Организовывая этот проект, мы ставили себе цель, чтобы этот проект стал одной из визитных карточек Крыма, такой, чтобы люди прям отпуска себе подстраивали, но вот будем нарабатывать еще разные фишки, разные интересные истории в этот проект внедрять. Конечно же, надеюсь, в следующем году у нас будут и хедлайнеры очень интересные, но вот будем постепенно идти к своим целям, потому что это исключительный стартап, да, без финансовых глобальных вложений, но я думаю, что для того, что мы видим сегодня, мало кто может в это поверить. Что только Перфест не приготовил для всех гостей. Даже страна чудес в Перфесте. Я думаю, что стоит уже отправиться туда и посмотреть, что же для детей приготовлено на этом фестивале. А что тебе понравилось больше всего сегодня в Перфесте? Мне больше всего понравилось рисовать песком. Рисовать песком у тебя получилось? Да, я нарисовала природу. Потому что в этом году год экологии, правильно? Да. Так, ну мастерская карамели. Рассказывайте, что сегодня вы такое интересное здесь делаете? Здравствуйте, мы здесь делаем карамель. Мы показывали только что, как готовили. Потом всех угостили. А сейчас делаем мастер-класс. Это упрощенный мастер-класс из заготовок. Держи, зайчик. Анечка, расскажите, что сегодня за флешмобы тут происходят, кого вы обучаете? Мы сегодня проводим флешмобы, а также выступления наших деток для всех детей мастер-классы, от самых маленьких до самых больших.
В стирфесте можно учить даже в немножечко другом образе, потому что такой аквагрим, который здесь рисует, я думаю, что можно прям перевоплотиться в кого-то другого. Марина, расскажите, что сегодня, какие образы разукрашиваете, что представляете? Аквагрим – это яркие рисунки, которые позволяют детям перевоплотиться в различные образы, почувствовать себя другими героями, персонажами. Генеральный партнер мероприятия PeerFest – компания «Теплострой». Скажите, почему вот решили уделить такое большое внимание этому мероприятию и решили стать генеральными партнерами? На самом деле, да, организаторы сами молодцы, организовали такое мероприятие. А помимо этого, очень много туристов, наша целевая аудитория, семьи с детьми, которые большинство строят дома. Royal Dance сегодня укрывает всех-всех-всех гостей и от солнца, и в случае чего от дождя. Расскажите, откуда приехали? Укрываем все и везде. Мы являемся номер один в плане тентовых конструкций на Крымском полуострове. И занимаем, собственно говоря, лидирующие позиции как по производству, так и по аренде вот таких вот красивых шатров, и не только. Здесь очень много людей, которые поверили в нас и приехали из Керчи, из других городов, выставить свои продукты, чтобы привлечь людей. Очень много ремесленников, очень много артистов, которые как-нибудь бесплатно выставить. И вообще столько людей, это вся Добровская долина, так помогают и Министерство сельхоз, и Министерство экологии. Каждый по-своему делает свой вклад. Атмосфера зашкаливает, музыка гремит, гости довольны. Что еще нужно на PeerFest'е? Девочки, как настроение? Отлично! Ну что, попробовали сегодня много всего вкусненького? Да, очень понравилось. Тебе осталось только эту всю энергию сделать. Надо все растрясти. Хорошего настроения, давайте еще. Спасибо. Еще. Как настроение на PeerFest'е? Во! Музычка нравится? Да. Что попробовали сегодня уже вкусного? Много всего было, не помню. Столько было ресторанов, что человек уже не помнит, что он сегодня пробовал. Хорошего вам настроения и отдыха. Спасибо, и вам. Когда такие девушки, оно всегда замечательно. Как настроение? Зажигаем на PeerFest. Люблю рок. Любит рок. Ну что ж, колбаса пошла. Вот так вот весело и динамично мы провели свой экскурс по фестивалю PeerFest. До новых встреч и ярких репортажей вместе с Просвет ТВ.